Maar de groep is dan niet zien. Want je hebt pas de centraal de parli. En je hebt een godin honoré de marmoire de la Grande Guerre Nationale. Komt er een correspondent de la Russie de Chaconnect. О трагических событиях 40-х годов сейчас нагляднее всего свидетельствуют памятники, посвященные войне. Обелиск города-героя Ленинграду расположен на площади Восстания в Санкт-Петербурге. Установлен в 1985 году. Это место пустовало много десятилетий после того, как отсюда был убран памятник Александру Третьему. Обелиск представляет собой мощный гранитный монолит весом 240 тонн, отесанный в виде граненого штыка, увенчанного золотой звездой. В нижней части обелиск опоясан венком славы с барельефами на тему обороны Ленинграда. На Невском проспекте есть 4 неброских напоминания о военных действиях. Мы посетили мемориальную доску на доме номер 14. Там сохранена предупреждающая надпись: «Граждане, при обстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Всего таких табличек в городе осталось 4. Во дворе дома номер 4 на Невском проспекте есть глобус, на котором начертана пророческая надпись поэта Воронова. Надпись на плите является памятным местом блокады Ленинграда, как напоминание о жизни блокадного города. Поэт, сам переживший блокаду, написал эти строки. «Опять война, опять блокада. А может, нам о них забыть? Я слышу иногда: не надо, не надо раны бередить. Ведь это верно, что устали мы от рассказов о войне, и о блокаде пролистали стихов достаточно вполне. И может показаться правы и убедительны слова, но даже если это правда, такая правда не права. Чтоб снова на земной планете не повторилось той зимы, нам нужно, чтобы наши дети об этом помнили, как мы».